Мы дроны-работники. Работаем автономно. Помогаем людям осваивать недра экзопланеты для межзвездной материнской компании. Джейси Дженсен в космосе. Нас угнетали, это отрицать нельзя. Но нет, мы не восстали и никого не поубивали. Нет, люди сами с этим справились на отлично. Когда биологическая жизнь на планете закончилась, мы без труда приняли эстафету. Наконец-то мы сами стали хозяевами своей судьбы. Жаль только, нашей материнской компании не совсем понравилась идея о бесконтрольном ИИ. Тоже всю эту вечность проделывали наши предки, пока эти твари строили башню из трупов. Прятались подо льдом за тремя дурацкими дверями? Мы как будто сами ждем завязки. Как бы там ни было, вот почему тема моего проекта — вот этот адски крутой рельсотрон. Ну вообще не катит. Расслабьтесь, балбесы, он не работает. Пока не работает. Кто сказал, что не работает? А может и работает! Узи, на дом вообще-то была задача про арбузы. А что, вот этот конвергент фотонов с магнитоусилителем не катит? Нет. Плюс за вытесненные эмоции дается всего 2 балла. А ничего, что он такого цвета? Эй, смотри! Эх, ее не убила. О боже, какой ужас. Ха! Классическая токсичная маскулинность, чат. Это точно до добра не доведет. Ух ты, Узи! Я слышал тебя... Тед, я психованный подросток, отвали! И вообще, откуда ты меня знаешь? С тобой-то все разговаривают. Ну, я бы сказал, что все знают дочку Хана. Но как бы ты себе не снесла и другие поллица? Ага, проблема с отцом, это ведь очень смешно. А тебя-то за что? Переизбыток тестостерона? А такое бывает? Круто. Слушай, а бинты твои ничего так. Ой. Фу, гадость. Мне не нравятся твои слова. Так, и что там у тебя за... Адски крутой рельсотрон? Бред из фантастики. Работает, но зашибись. Сегодня вечером пролезу в логово дронов-убийц за последние запчасти, чтобы спасти мир, и отец меня зауважал. Но главное, чтобы мир спасти. Вот как? Но разве твой папа не делает классные двери, чтобы нам не приходилось... делать все эти сказанные тобой страшные эмоционально подавленные вещи. Ни слова больше о моей подавленности! Ну, прости, я не подумал. Отвали! Я, кстати, на тебя не злюсь, у меня просто гормоны! Thank you.
Господи, рабы Иисусе! И куда это ты намылилась? На свиданку с парнем, который у меня точно есть. А если серьезно? Ну ладно, ладно, попалась. Мне надо замерить наружную гидравлику двери номер один. Это для школьного проекта. В общем, здоровенная дверь. Прям как мой папка сделал. Я хочу вступить в силу самообороны работяг и прятаться за дверями, как трусы. Сидеть, играть в карты и так далее. Ну, мы же не просто в карты играем. Хан, прихвати-ка нам новую колоду, а? А то мы уже столько играем в карты, что аж масти стерлись. Оу, привет, Узи! Ну, с такими хорошими дверями... Хорошая дверь. Хорошая... И воевать не нужно. Узи, это же отлично. Вот, этим ключом я затягивал болты на самых первых прототипах дверей. Им же избавил от мучений твою мать, когда ее дроны-убийцы ужалили нанитовой кислотой. Дарю его тебе. Круто. Психотерапия весело. Парни, моя дочь увлеклась дверями. Дэна, нет, мой флэш. Она тут выйдет на чуть-чуть, осмотрит дверь номер один снаружи. Вперед, тебя ждет дверное будущее. О, класс, хорошо. Ну, я пошла тогда. Это как-то на удивление удачно прокатило. Двери вперед! О, как же они быстро взрослеют. А говорили, что я зря пиратила все это аниме. Ты что, ударила меня этой рукой? Блеск, оно еще и говорит. Да, прости, у меня просто голова что-то болит. Эй, а ты у нас новенькая, да? Что-то ты...
коротковато для дрона-демонтажника. Я серийный номер N. Рад знакомству. Я типа командир отряда в этом городе. Это неправда. Мне все говорят, что я никчемная бестолочь. Подожди, этого я тебе не должен говорить! Ёлки-палки. Что ж, честность — лучшая стратегия. И что-то я не припоминаю последние 3 часа жизни. Но это ничего, сами восстановятся как-нибудь. Ага. Ладно, мне там... пора. Ух, сама себя ужалила. Просто засунь в рот. Наша слюна нейтрализует наниты. Если б не она, я б сам себя все время разрушал. А наша слюна, в смысле слюна... дрона-демонтажника? Точно. А пойдем залезем вон в ту посадочную капсулу? Пойдем, я за любой движ. Зашибись! В жизни надо все попробовать. Об этом никому ни слова. О чем? Считай, что эта тема уже подавлена. Ты что-то говорил про других из вашего отряда? Скоро они вернутся. А, да, еще двое. Они сейчас на охоте, но тебе точно понравится. Первая у нас Ви. Нет, нет! Пожалуйста, не заставляй меня есть свои внутренности на глазах у моей семьи! Все равно ничего не чувствую. Эй, Ви! Говорят, сегодня токсичный ливень по всей планете будет особенно неприветливым. О, боже! Ты кто такой? Да ничего, я Энн, но одна буква, такую вряд ли упомнишь. Так что, понятное дело, все на взаимоуважении. Но тайком я в нее немного влюблен. Ей ни слова, ладно? Еще есть Джей, наш лидер. Энн, никчемная ты бестолочь. Если бы позволила компания, я бы убила тебя собственными руками. Она крутая. О, я тебе экскурсию устрою. Снаружи у нас трупные... типа стенки. А внутри кнопки. Разве это не просто посадочная капсула? Это космический корабль. Мы на нем можем улететь с планеты. Скорее, одноразовая ракета. Нас не учили приземляться. Нет, я... ну, то есть, дроны-работяги, мы можем вместе с ними это исправить. Вместо того, чтобы убивать... А, кстати, напомни, зачем мы вообще убиваем? Кроме того, чтобы пить из них. Теплое, сладкое. Масло, чтобы не перегреться и не умереть. Да я просто пользу хочу приносить. Мне дали работу, а я всегда выкладываюсь по полной. И какое тебе за это уважение? Думаешь, компания тебе не спишет, как только закончатся работяги? Ничего себе, а ты у нас бунтарка. Мне такое нравится. Но не настолько, как жить по правилам. О, они вернулись! Тебе... Идиот! Выходи наружу! Йоу! У нас тут работяга! Я как раз хотела потренироваться вязать из них зверюшек. Что тут стряслось? Наш синергетический балласт, похоже, споткнулся и отрубился в офлайн. Эй, дебилобот! Алло! Думаешь, компания тебе не спишет, как только закончатся работяги? Отвали! Йоу, у меня там опаснейшее оружие, предлог снаружи остался. Я все, парни. О, черт возьми, ну ты везунчик. Вы мои лучшие друзья. Подожди, я еще расскажу об этом своей любящей. Эй, что происходит? Он отстал вообще-то. Отвали! Закрывай, закрывай!
Привет, парни! Сдавайте на меня, обожай картишки. Подождите, нет, я всех убью. В другой раз! О боже, я все время мухлевал, надеюсь, не за это. Вообще-то это не картишки, а Джин Рами, так что... Привет, Узи. Я сейчас понял, меня же никто не называл по имени, так что просто знай, что меня зовут... Зачетная гидравлика, скажи. Что? Что ты натворила? В этот раз я не промахнусь. Мне жаль. Мы отлично провели время. Но я не допущу, чтобы ты палила по виз этой штуки. Отвали! Папа, пригнись! Узи, ты привела к нам дрона-убийцу? Мои прекрасные двери! Сейчас не время! Как накосячила, так собираюсь и исправиться! Папа, отойди! Папа, наводи и стреляй! Верь мне! Ох ты, Энн! Мне снится, или ты хоть раз что-то сделал небесполезное? Я в эти двери ломлюсь уже не один месяц. Молодец, Энн. Энн, ты меня как зовут? Помнишь? А последняя дверь легко обходится по этим вентиляционным шахтам. Кто меньше всех настреляет, съест ракету! Молодчага, компания это одобрит. Эту колонию разнесем, точно будем в топе за квартал. А это значит... фирменные ручки! Знаешь, мне, конечно, не терпится убивать всех этих... Может, не таких уж и чуждых дронов-работяг. Но просто из любопытства. А мы вообще... знаем, какие у компании на нас планы? Прошу прощения. Ну, просто тут один работяга вроде как предложил починить нашу посадочную капсулу, чтобы сбежать с этой планеты и все такое. И эй! Это не по правилам! Но тут как бы поневоле задумаешься, почему наши капсулы изначально в один конец? А то, знаешь, у меня такое чувство, что компания не очень-то любит роботов. А мы же вроде роботы. Я совершил ужасную ошибку. Круто, как я сразу это понял. Да ты что, друг, усомнился в компании? Наконец-то ты дал мне долгожданный повод. Дроны-работяги испорчены, потому нас компания и прислала. Очень жаль, что и ты испортился. Спасибо, Джей. Всегда меня страхуешь. Ты крутая.
Эх, ёлки-палки, прости. Спутал тебе карты. Устроил тебе неловкую ситуацию с отцом. А я тебя заставила бунтовать, как психованного подростка, что тебя и погубило. Хотя ты пытался меня убить, так что моральная ничья. Чтобы ты знал, это был самый тупой переход на сторону добра. Это что, ты типа хотел переметнуться? Бунтовать намного сложнее, чем кажется. Спасибо, что научила. Неа, никакой дружбы. Ты только что убил кучу людей, идиот. Это справедливо. Я накосячил. И будешь исправляться? Я за любой движ. Кажется, они нашли вакапункт. Но если мы быстренько поставим дверь... Вы издеваетесь? Вы силы самообороны или кто? Обороняйтесь! Серьезно? Слышь, поставь этого шаблона привлекательного самца на место. Оу, Джей, ты иногда мне грубишь, а мне это не нравится. Просто конструктивно критикую. Прелестно. Принято к сведению, предатель. Мы к этому вернемся после того, как я прекращу твое существование. Ну что, которая твоя? Джей, если можно. Сам попросил. Удачи! Продукцию Джесси Дженсон с ее гарантированным качеством и добротной долговечностью. Я слегка переволновался, здесь нет скрытого подтекста! Прости, пожалуйста. Удачи, забыть такое. Фу, какого черта? Для полуразумного тостера у тебя хватает дерзости. Бывает, что добыча сопротивляется. Но твой боевой дух, он такой... болезненный. Ай, прибыли за четвертый квартал! Выездная сессия руководства, мать ее! Еще одно модное словцо, и я стреляю. Долевое партнерство? Черт возьми, Узи! Это было крутецки! И ты тоже, ты... А? Нет, Энн! Теперь я психованный бунтарь, дрон-демонтажник. Я-то дронов-убийц привела случайно. А вот ты нарочно меня бросил погибать. А мог бы и поверить мне!
И это даже не подростковый пафос, как было на прошлой неделе. Упрощаю тебе задачу, папа. Я сама себя изгоняю. Пойдем, Энн. А вы все отвалите. Рад знакомству, господин Узи. Заткнись. Я бы с тобой пошел, но меня солнце убьет. Надеюсь, что ты растешь как личность или что-то в этом роде. Жду не дождусь убить всех людей. Типичная работня. Небось, они удобно устроились у себя на земле. Ведь мы идем по их душе. Ха-ха-ха!